На импровизированной сцене в театре «Наш дом» перед химчанами свое актерское мастерство демонстрирует Ирина Шаламова, известная по роли в фильме Георгия Данелия «Орел и Решка». Однокурсницы мои, я думаю, известные, любимые вами актеры и актрисы, мои однокурсницы, Мария Аронова, моя однокурсница, Нона Гришаева. Ирина Шаламова рассказала гостям о творческом пути развития театрального искусства сегодня и провела мастер-класс, в котором приняли участие все желающие. Мне очень понравилось, потому что у нас очень хороший зритель, очень теплый, вы видели, да, он прямо откликается, очень деликатный, кстати, потрясающе. Подобные творческие встречи в Химках проходят в рамках проекта «Мы первые». В Химках реализуется проект «Мы первые», который рассказывает нашим жителям о тех звездах, о тех талантливых людях, которые живут в нашем городе, которые работают в нашем городе. Это и дети, это и участники, и победители различных соревнований, конкурсов. Это и взрослые люди. Действительно, очень много талантливых людей, которыми мы очень гордимся. На сегодняшний день Ирина Шаламова играет в 7 спектаклях по произведениям русских писателей. В их числе «На дне», «На всякого мудреца довольно простоты», «Сказка о рыбаке и рыбке».